Добрый день. Ragged PC Market представляет обзор бизнес-коммуникатора Honeywell Dolphin 6000. Этот мобильный компьютер принадлежит классу EDA Enterprise Digital Assistant, то есть буквально цифровой помощник с расширенными функциями. От обычных смартфонов это устройство отличается повышенной степенью защиты, наличием возможности считывания штрих-кодов и коммерческой операционной системой Microsoft Windows Mobile 6.5 Pro. То есть, по сути, это полнофункциональный компактный терминал сбора данных, который можете использовать вы и ваши сотрудники для решения разнообразных бизнес-задач компании. Мобильный компьютер имеет на борту процессор МТК с тактовой частотой 416 МГц и объем оперативной памяти 256 МБ. Этого достаточно для запуска большинства бизнес-приложений, работы через удаленный рабочий стол, а также в режиме эмуляции терминала. Dolphin 6000 имеет размеры 134 мм в длину, 65 мм в ширину, толщина устройства составляет 18,5 мм в тонкой части и около 2,5 см в толстой. Вес устройства всего 200 грамм. Конечно, если сравнивать его с обычным смартфоном, то габариты покажутся весьма внушительными. Но не стоит забывать про промышленную защиту, встроенный сканер штрих-кодов и общую эргономику работы. Ведь при чересчур компактных размерах она явно не на высоте. Производитель заявляет, что Dolphin 6000 выдерживает многократные падения на твердые поверхности с высоты 1,2 метра при комнатной температуре и с высоты 90 сантиметров во всем диапазоне рабочих температур, который лежит в пределах от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Класс пылевлагозащиты IP равен 54, что означает защиту от пыли и от водяных брызг. Дисплей терминала выполнен по технологии TFT, диагональ равна 2,8 дюйма. Сенсорная панель резистивная, но она отзывчива как на нажатие стилуса, так и пальцев. Встроенный клавиатурный блок состоит из 29 клавиш, среди которых две контекстные программные кнопки, четыре навигационных клавиши, кнопки отбоя и приема вызова, клавиша подтверждения одновременно триггер сканера штрих-кодов. Клавиатура позволяет вводить цифры, буквы и эмулировать нажатие функциональных клавиш. Кнопка питания утоплена в корпус, чем защищена от случайных нажатий. В целом кнопки достаточно крупные, имеют короткий ход с четкой фиксацией нажатия. Расстояние между клавишами достаточное, чтобы избежать случайных двойных нажатий. На левой боковой поверхности находится качелька регулировки громкости. Четкость ее работы на высоте. Справа расположена кнопка спуска затвора встроенной камеры. На нижнем торце терминала располагается коммуникационно-зарядный порт. Хотя среди аксессуаров к мобильному компьютеру присутствует кредл, для полноценной работы вполне достаточно коммуникационного кабеля с блоком питания. Сверху находится окошко лазерного сканера одномерных штрих-кодов. На задней поверхности терминала расположились 3-мегапиксельная камера с автофокусом и встроенной вспышкой. Примеры фотографий вы можете увидеть в детальном обзоре на сайте RaggedPCMarket.ru. Также здесь расположены динамик, аккумуляторный отсек и проушина для крепления ремешка. Емкость аккумуляторной батареи равна 1530 мАч. При напряжении 3,7 вольта это составляет 5,7 ватт-часов. Производитель обещает 8 часов работы на одной зарядке при включенном Wi-Fi интенсивном сканировании. Батарея снабжена петелькой для удобства извлечения. Под аккумулятором один под другим расположены слоты SIM-карты и карты памяти в формате microSD. Dolphin 6000 присутствует встроенные радиомодули Bluetooth версии 2.1 с EDR, Wi-Fi стандарта BG с поддержкой протоколов безопасности WebVPA и WPA2, V1 модуль с поддержкой GSM, GPRS и Edge, а также модуль Assisted GPS. Для настройки Wi-Fi соединения установлен Honeywell VLAN Secure Wireless Client.
Эта утилита позволяет производить обзор доступных Wi-Fi сетей и настраивать соединение. Также предустановлены программы для проверки работы сканера штрих-кодов, взятия подписи, GPS-модуля и подключения к мобильному принтеру. Протестируем работу сканера штрих-кодов. Как вы видите, его работа весьма продуктивна, и не распознал он только несколько весьма экзотических символогий. Итак, подводя итог, можно сказать, что Honeywell получилось создать интересное бизнес-ориентированное устройство, которое позволяет расширить возможности мобильных сотрудников как вне, так и в пределах офиса. Защищенное исполнение мобильного компьютера позволит сохранить целостность важной бизнес-информации. При заманчивой стоимости предложение Honeywell выглядит конкурентоспособным на фоне других производителей. Детальный обзор, ценовые предложения от поставщиков и сравнение с конкурентами вы можете прочитать на сайте RuggedPCMarket.ru. Спасибо за внимание. До новых обзоров!